Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгения, играем в Фазмофобию на сложности кошмар. Сегодня я решила пойти в тюрьму. Это первый соло-ролик именно по тюрьме. Направленный микрофон, датчик движения и благовошку зажечь. Пошла на кошмаре, поскольку еще не уверена в своих силах, что смогу пройти на безумие. Да и на кошмаре-то не уверена, карту еще знаю все-таки не на 100%. Ну, вроде бы как запомнила все места спавна электрощитка. Надеюсь, сложностей не будет. Так, что за проклятый? Вот, я даже проклятый не знаю. Смотрите, у нас нет круг призыва. Подожди, зеркало где-то вот здесь вроде лежит, да? Или нет? Или да? Или нет? Где здесь зеркало спавнится? Я не знаю. Так, у нас круг призыва. Ну, вероятно, что я смогу его поджечь. Блин, свет не включила вначале. Так, кружочек, иди сюда. Естественно, катку я начну с того, что найду, где у нас включается свет. Не знаю, имеет ли смысл температуру смотреть, но будем смотреть. Все-таки 15 градусов, значит тепло, типа, в помещении. Надеюсь, долго искать призрака не придется, если вообще, конечно, смогу его найти. Да, не повезло. Ну ладно, бежим дальше. Кость, конечно, я искать не буду. Попадется, да, не попадется, бог с ней. Потому что кость искать, это у нас на полтора часа растянется. Так, здесь нет. Катка растянется на полтора часа. 80 градусов. А, ну это в коридоре, наверное. Вот. Далековато, далековато. 11. Ну, раз мы сюда пришли, посмотрим кость. Нет, здесь нет. 9. Угу. Уходим. Надеюсь, что призрак где-то будет на первом этаже не очень далеко, чтобы мне не пришлось бегать очень далеко. Очень далеко, предалеко. 12. Это будет очень прискорбно. Ну, получается, пойду я на первый этаж. Свет даже включать здесь не буду. В надежде, что где-то здесь призрак. Сейчас в коридоре свет включим. Немножко я боюсь, честно скажу. Все-таки впервые записываю видео стола на этой карте. Везде тепло. Так, вот здесь дверь приоткрыта. Интересненько. Интересненько. Включаем свет. Так, 16. Нет, много. Ой, я где-то услышала какой-то звук. Какой-то звук я услышала. Библиотека. Нет, тепло. Так, что, пойдем, может, начать. Ну ладно, сейчас я уже, раз я в это крыло пришла, то добегу до конца. Блин, там в ванную комнату не сходила, в то крыло, ну ладно. Блин, призрачок, покажи себя, пожалуйста. Очень хочется мне долго тебя искать. Насколько я знаю, первый и второй этаж — это разные помещения. И плюс там еще типа разные коридоры — это тоже разные помещения. Но здесь тихо. Очень. Пойду в начало гляну, что происходит. Может, где-то в начале? Призрачок наш. Не туда. Может быть, ты где-то здесь. 19. Нет. Очень и очень тихо. Сейчас пойдем, значит, в левое крыло. Так, а здесь? О, кость нашла. Совершенно случайно увидела костяшку. Кайфушки. Так, вот здесь еще раз посмотрим. Ну, блин. О! Левое крыло. А, он в той ванной. А, нет, подожди, это где? Бля, это второй этаж. Это второй этаж. А что у нас там на втором этаже? Ой, не сюда.
Больничные палаты или там ванная комната где-то есть или что? Ладно, сейчас разберемся. Тихо стало. Подожди. А почему так тихо стало? Это ж вроде со второго этажа доносился звук. Блин, я сейчас сдохну еще. Не здесь, нигде, да? Бля, у меня что, призрак воду выключил? Не... А, ну вот раковина есть. Пустая. Здесь тепло. Блин! А почему мне показалось, что второй этаж... Как будто бы со второго этажа звук доносился. А откуда тогда этот звук? С первого этажа, с левого крыла? У ёлки-палки. У ёлки-палки, сколько я времени трачу, сейчас охота начнется. Ну, вроде бы по свету даже хожу немножко. Вот. Слышу. Тут мне кажется, что сверху звук. Блин, я боюсь. Мы нашли тебя. Кухня. Все, показалось. Ты у меня вот здесь, в обеденная зона, столовая, что это, я не знаю. А почему так тепло, простите, пожалуйста? 13... О, не надо. Ладно, я, короче, несу предметы. Я хрен его знает, почему так тепло. И, по-моему, в кухне тоже тепло. Ну, не очень далеко от входа. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Странно. Там же я зашла, где сама кухня. Там тоже было тепло. Непонятно немножко, ну ладно. Так, они вычеркнули. Ну чё, пьем таблетки. Кость нашли даже. Считай, полдела сделано. И комнату призрака нашли. Кайфушки. Угу. Так, кошмар. У нас две улики, да? Чё там по заданиям надо было делать? Датчик движения, что ли? Ага. Ну, попозже отнесем. Ну все, можно со спокойной душой. Искать улики. Все хорошо. Щиток только далековато бегать искать. Ну ладно. Нычка у нас в этой комнатушке. Сейчас по температуре надо будет еще раз, наверное, посмотреть, где у нас призрак. Огромное помещение. Блин, интересно, он... А он может со второго этажа внизу воду включить? Я думаю, что нет. Вроде как через стенку может, а со второго этажа все-таки проблематично, наверное, это сделать призраку. Так, ну давай кинем вещи, и я еще раз гляну температуру. Ну вот он здесь чем-то брякнул. 17. Блин, очень тепло. Очень-очень тепло. Ну, блин. 14. А где тут свет включается? Непонятно. Блин. А вдруг это все-таки второй этаж? Не, ну оттуда вообще, кстати, воду не было слышно. Я же там пробегала. Как мне вот туда попасть? А, это, наверное, нужно до офиса дойти. И это балкончик вот с офиса. Блин, что, сбегать, что ли? Насколько вероятно, что призрак может взаимодействовать сверху вниз? Я даже не знаю. Блин, ну давай сбегаю. Ладно, окей. Вроде бы не очень далеко. Просто меня сбивает с толку температура. Блин, здесь ближе было. Обойти. Извиняюсь за посторонние звуки очень сильно, если вдруг слышно.
Я думаю, что это вот этот балкончик вот здесь. Блин, без фонарика пошла. Нормально вообще. Бляха, где тут свет включается? Не здесь? Нет. Вот здесь вот этот балкончик, да? Правильно же я пришла. Господи, не вижу ничего. О, ура. Аж страшно. Нет, нет, нет. Здесь тепло везде, все. Можно спокойно отсюда уходить. Бегаю по темноте. Вам, конечно же, ничего видно не будет. Может быть, минусовая будет просто. Все-таки везде 20 градусов, а там 13, по-моему, даже показывала мне. Так что, может быть, будет минусовая со временем. Я на это надеюсь. Так, я здесь скину недалеко термометр. Пойдем дальше. Предметы. Уличные делишки принесем. Я прям так серьезно, так сосредоточена, прям выиграть хочется. Круг призыва. Так, у меня еще две таблетки есть. Если я вдруг смогу найти улики, то круг призыва потом две таблетки еще съем и, наверное, подожгу. Так, ну давай, может, чуть лазерку посмотрим. Где она у меня только? Ага, это вот камера столовки. Вот моя камера. Но огонька вроде бы не было. Помещение, конечно, огромное. Угу, да, там призрак, все, вон предметы летают. Блин, надо БМП-ху, конечно, чекать. Ой, как летают предметы. Кстати, это он, по-моему, мой этот тягает. А, блокнот не надо. Блокнот, по-моему, утягает. Блин, как... Да сетка, не шевелись, бля, не пугай меня. Кстати, рассвет на улице шикарно вообще. Хотя бы не дождь, не гроза, уже хорошо. Сейчас бы, конечно, МПшечку я бы могла проверить. Была бы я рядышком. Свет не вырубает, что меня радует очень. А, нет, не блокнот. Что-то дальше кидал. Блин, а где здесь свет включается, а? Может, где-то вот в этой комнатушке? Блокнот молчит. Где ты тут что кидал? Вон он. Бля, не успела. А, успела на две звезды. Кайф. Успела на две звездочки сфоткать. Хорошо. Блинский блин, но... Не дает мне радиоприемник. А я подумала, что он в этой дверь закрыл. В кухню. А куда МПХ скинула? Блять, на радостях куда-то МПХ скинула. А вот. Спасибо. Спасибо. Ты старый, да? Пердулёк! Воу! Двойка. Отпечатку, может быть, дашь? Не дает отпечатку. Ой, бля, это охота. Нет? Это гост был? Я обосралась чуть-чуть. Так, но у нас хотя бы радиоприемник есть. Неожиданно он ко мне побежал. Радиоприемник поймали благодаря ГОСТу, что он ко мне пришел. А что, я призрака не вижу, что ли? Я не пойму.
Бля, он у меня исчез? Это фантом, что ли? А ну-ка. Погоди. Он же стоял, его не видно. Это фантом у нас получается? Он где-то вот прям вот здесь должен быть. Вот тут типа. Ну, мы про... Блин, я фотик. Ладно, я новый возьму. При охоте его поймем. Я так думаю. Так. Ну, давайте. Так, что у нас там выходит? Эморой, диаген, может быть. Я сейчас думаю на фантома, потому что сами видели, что фоточки... На фоточке призрака не видно, хотя он вроде бы должен быть виден. Вроде бы он не близко к стенке стоял. Блин, уже было 3 ГОСТа. И может охота быть. Я что-то как-то это... Хожу так уверенно в себе. Надо уже не шифтовать, наверное. Какая-то вторая улика у меня есть. Какая она, неизвестна. Так, ну кладем здесь. Вот здесь. И... Ну, не знаю, где-нибудь здесь давай, что ли. Тут. А у меня Абакинского нет? Абакинского нет. Прилетит. Слушай, ну... Не долетел. Гостишь ты хорошо прям. Ну нет огонечка. Его, мне кажется, видно было бы хорошо. Так, блокнот не писал? Горехи нет, да? У меня нету горехи. Блокнот не писал. Ты прям здесь, да? Вдохнул. Угрожает мне, зараза. Так, а если, допустим, это фантом, давайте глянем, какая у него есть еще улика. Радиоприемник, отпечатка, лазер. А, получается, типа, отпечатки не было, мы ее проверили. Лазерка, значит, должна быть. Ну, давайте посмотрим лазерку, чуть позалипаем в фургоне. Авось даст. Да блин, что ты переключаешься? Вот так я посмотрю, мне кажется, так как-то лучше. Целую минутку я постою, наверное. А, о, ну все. Все, что и требовалось доказать. Посоль он там, не знаю, походил или нет. Я уже почти уверена, что миражик. Ну, пойдем. Беру одну благовошку и датчик движения возьму, и все. Так. Мне направо нужно сделать. Ой, я простая. Ладно. Датчик движения сейчас поставлю. Я уже с благовошкой буду ходить, потому что. Блин, свет рубанул. Ой, не хочу так далеко идти. Блин. Без благовошки не хочу ходить, потому что думаю, что уже охота может начаться. Блин, вот здесь так темно, жуть. Какой-то топот. Сейчас фонарик возьму, пойдем свет включать. Все-таки без света нехорошо. А я могу вот сюда установить? Хренушки, да? Ну давай вот сюда тебе установлю. Бля, включи свет обратно. Ходит по соли. Бля, это не охота, хоть я не пойму. А то... Нет, не охота. Просто я его сфотографировала прям в момент окончания густ-ивента и не поняла, что фантом. Ну, думаю, что да. О, охота. Ну, я его курну. Где-то он там ходит. Давай позовем его.
Ну как позовем? Просто фонарь включу. Ну где ты там? Мы на тебя посмотреть хотим. Бежать мне недалеко. Дяденька! Приди ко мне, дяденька! О, идет, идет. Иди ко мне! Зюпа, ты Новый год! Ладно, я пойду, короче, за этим. За направленным. Блин, надо было скинуть в этот. Скинуть надо было там. Фонарики, имею в виду. Не очень захотел он ко мне прийти. Зря я, конечно, это... Датчик движения сделали. Зря я, конечно, направленный микрофон оставила прям... В конце, наконец уже. Ну, что ж теперь. Будем как-нибудь выполнять. Просто сейчас охота будет по КД, и я не буду успевать его выполнить. Очень может быть. Не сдохнуть бы. Все-таки фантом коварный. Призрак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас включу свет здесь. Вот, хорошо. Отлично. Все, живем. Боюсь заходить. Ну давай направленный по-братски. По-быстрому. Давай, пожалуйста. Призрачок. Вон, ты там где-то, я слышу тебя. Крестик! Надо будет крестик с собой забрать, сфоткать. Кстати, он его полностью уже съел. Обалдеть, когда ты успел только. Бегает, бегает. Когда успел? Когда, наверное, это? Свет ходил, включал, успел. Блин, большая карта сейчас далеко будет. От меня. Их... О, кайфарики. Можно я крестик заберу, с вашего позволения? О, охота? А, нет, гастушка. Давай, начинай охоту, я тебя курну. Мне же тебя курнуть надо, да? Ага. Я убегу, и мы закончим на этом наше рандеву. Ну, пожалуйста. Китаец. Все-таки где здесь свет включается? Не знаю. Странно. Помещение большое, свет должен быть в любом случае. Ну чё? Ты забыл, как охотиться? Ты весь... Вот, молодец. Смотрим на фантома. Ну да, фантом. Он, видите, его не видит почти. Мы тебя курим! И бежим. Блин, надо было свет здесь включить. Ну ладно. Все, все выполнили. Жаль, конечно, что на две звезды. Но я побоялась ближе подходить. Гост уже долго длился, боялась, что исчезнет. Хотя у меня был круг, ну ладно. Получилось, как получилось. Все, поехали, мы все выполнили. Ладно. Обернулась такая, думаю, надо сделать скринчик. Думаю, ладно, не надо. Точно. Или сделать. Ладно, я скину, вот так вот сделаю. Пригодится на превьюшечку. Вот так. Все, теперь поехали. Я фантомчика же отметила.
Фантомчика я отметила. Ой, я не сфоткала крест, подожди. Подожди. Крестом в руках так и уехала. Да, дай сфотографировать, чё ж, халявная фоточка же. Вот. А, еще благовошку надо пульнуть, во. Пиу. А вот теперь поехали. О, благовошка к нам закинулась обратно. А крестик что не закинулся? А крестик не закинулся. Хорошая получилась каточка, спокойная такая. И улики все нашли. Чудесно. Чудесно. $175 получили. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всех обнимаю. Всем пока-пока.